Тебя действительно отчество Артур, но я сам Артур никогда не встречал людей с таким отчеством. Можете кредиты брать. Ты каждый день языком работаешь, да? Да, каждый день язык и рот — это мои корми. На кого училась? На айтишника. Я училась в Московском государственном университете приборостроения и информатики. Но, по-моему, я даже когда выпускалась, он уже по-другому назывался. Когда я выпускалась, короче, я поступала, он назывался МГУПИ, вот университет приборостроения и информатики. А диплом у меня Московского государственного университета информационных технологий, радиотехники и электроники. Типа МИРАВИ. Аляш, кем ты работаешь? А я медицинский представитель по направлению неврологии. И у меня в промоции ноотропы, антидепрессант, мельдоний и антиоксидант. Нам дурашка. О-о-о, какие у вас тут... Почему балкон? Опять очередной челлендж, почему балкон на одном дыхании. Давайте сейчас. Я живу на съемной квартире. Единственный стол, который здесь есть, находится на балконе. Чтобы его перенести, его нужно разобрать. А у меня нет ни ума, ни отвертки, ни других инструментов. Поэтому я не могу его разобрать и перенести его в комнату. Соответственно, мне нужно стримить за ним, а он находится на балконе. Вот так вот. В чем стоит затык? Я не знаю, какой телевизор купить. Я в этом не разбираюсь. Вот, я же айтишник, я же не разбираюсь в технике. Ну вот, поэтому мне нужно будет как-то, типа, вот с этим решить. И я тогда сама по себе куплю Соньку. Я взрослая и самостоятельная. Я самостоятельная! Мама у меня армянка. Армяне вроде как тоже относятся к хачам. Поэтому, да, я наполовину хач. Здорово. Кстати, вот реально... А когда, знаешь, идешь куда-нибудь на рынок за овощами. О, HexGee, спасибо тебе большое за саб. Здорово. А, все, абсолютно все армянские народы говорят, что я из их числа. Грузины говорят, бай, ну ты ж грузинка. Даги говорят, блядь, ты грузинка. А, нет, дагестанка. Ну, в общем, короче, все абсолютно говорят, что я хач. Бургуа, спасибо тебе большое. Или буржуа. Да, да. Буржуа, скорее всего, да? У меня была медицинская. Чтобы на франце. На франце моне. Так, я эксперт, у меня была метиска. У хачи хорошие зады, можно пруфы. В пруфах весь ютуб. Я вот как бы айтишник, у меня вон диплом лежит, ненужный. Если вдруг кому надо, могу по дешевочке продать. Короче. Меня техника боится. Как только я подхожу к чему-то, оно ломается. Может, у моего вибратора... Можете у моего плеера спросить. Мама говорит, что женщина должна уметь готовить. Что у тебя с этим? Я не женщина. I'm not a girl. Not yet a woman. Нормальная отмазка, мне нравится, кстати. Тем не менее. Вот, я была абсолютно стрёмной. Вот прям пиздец какой стрёмный. Вот, но я была вот, типа, каждой бочке затычка. Я везде и в спорте была, привет, и во всяких выступлениях. Ну. Вот, вечно мне нужно было вот, блядь, типа, и швец, и жнец, и на кожаной флейте игрец. Ты этой уткой себя моешь? Ну да. А потом беру ее с собой, чтобы нюхать. Думаешь, она гелем для душа пахнет? Я могу себя держать в руках, если захочу. А если не захочу, я буду бомбить как сука! Вот, начинал на 3К зрителей, сейчас 850. Ну, я не удивлена, учитывая то количество разрывов. Ни единого разрыва! Вообще ни одного. Учитывая то количество разрывов стрима, которое у нас было за сегодня, ничего страшного. Хотя, на самом деле, мне показывают, что меня сейчас смотрит 4108 человек, а не 850, поэтому UR меня наебали. Ты была бы лучшим маньяком-убийцей? Я знаю.